give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I'll take you around. Ну вот, последний день у нас. Простите за голос, ребята, я немного приболел, я тоже человек, не робот. Я вообще не представляю, как я буду на стриме говорить. Да, вот так и буду говорить. Ну а пока последняя партия подарков, открытие. Я тут нисколько, короче, ну, не вкидывался. Все, что было, все, что вытащил из носочка, там, все, что, короче, купил за звезды. Скупил, конечно, я весь обменник. Все буду открывать, сразу говорю, в комментариях пишите, как вам понравился дроп или не понравился. Я вроде в целом доволен, но хочу узнать, как у вас обстоит дело с дропом. Но, как вы видели, до этого момента я выводил рубины, и эти же рубины все-таки я, конечно, слил на эти подарки. Потому что, ну не знаю, с 1 февраля есть вероятность, что начнется День Валентина, но скорее всего будет передышка в какое-то время. Так что тратим все, что можно сейчас на новогоднюю акцию, но когда это видео уже выйдет, уже будет только один носочек с подарками. Скорее всего с него еще, возможно, что-то выпадет, но не факт. Ну а сейчас поехали по подаркам, а то уже целую минуту тут болтаю. В общем, открываемся. Вот и все, закончились наши подарки. Наши подарки закончились. Да, кстати, мандаринов я тут поднабил на территории еще мимоходом на паузе, так что я тут докуплю. У меня еще 7 гранат осталось, но их я уже не выбью. У меня тут не хватает, хотя может еще одну я куплю. Так, квиды наши заработанные я сливаю, как и многим советовал, на волны. Ну, не знаю, как все остальные модули меня как таковые, то есть, ну, не интересуют. Они временные, а модули навсегда остаются с нами. Хотя тут вот на 180 квидов, блин, чуть-чуть не хватает. Главное, купить-то нечего, да? Да, тут, конечно. Я тут еще посливаю, конечно, еще звездочек чуть-чуть, совсем маленько. Но не факт, что будет что-нибудь интересное. О, коллекцию еще собрал на концовочку. Вообще прям айс. Правда, на нее параметры совсем фуфловые. И еще децл. Ну, не знаю, если сейчас, короче, я доберу, то еще один я фас куплю себе. Ну, а так, имеем биосферу 11 в конце акции. Так, что у нас там? Мара у нас плюс 12.
прошла Крионизатор плюс 8. Колечко у нас плюс 7. Мало, конечно, но уже не факт. И, конечно, пятый у нас этот. Три детали я не соберу. То есть еще надо 250 или 300 подарков. Но таких у меня, к сожалению, ну никак нету. Ну и все, ребята, конец новогодней акции. Все, короче, все, чем было возможно, все скупили, все докупили. Но следующее видео будем, короче, делать по предметам. Будем собирать, ребята, коллекцию для студий, чтобы вы знали, какие вещи есть. Есть ли секретные вещи на вашем уровне и из чего стоит собирать студию. Будете выбирать уже сами. Ну а пока давай к последней заставке. И спасибо всем за просмотр.